А что, если я это надену на свой обруч? Ой, привет, дорогая, а что ты тут делаешь? Ничего, ничего. Сейчас ты будешь делать, что я скажу. Ха-ха-ха! Я тебя загипнотизирую. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я пранкану училку. 3, 2, 1. Молодец! Я пранкану училку. Вы представляете, ребята? Нести загипнотизировала своего соседа. Как так? Я вообще не понимаю. Вау, какая я красивая со своим амулетом. Красивее не может быть на свете. Нести, конечно, вообще такая смешная. И очень странно в тот же момент. Зачем она гипнотизирует своего же соседа? Очень странно. Так, берем тортик. Мисти, держите тортика. Хоть вы и с амулетом, но это ничего не дает. Меня вы не загипнотизируете. Надоели, вечно мне торта влепляют. Там ее сосед делает тортик, потому что она, видимо, попросила сделать тортик. Да, Мисти, конечно. Жесткая, можно так сказать. Так, берем амулет. Мы, кстати, его уже сняли с его соседа. Берем отмычку. Она нам понадобится. Так, посмотрите. Такая комната прикольная с автоматами. Я бы мечтала о такой. Посмотрите, заснул. Только у него в глазах вот такое. Так. Открываем двери. О, посмотрите, здесь какой-то сундук. Интересно. Мисти, смотрите, моется. Так, подкладываем ей амулет. Так, уходим, Мисти, уходим. Мы вам не мешаем. Так, открываем. Берем амулет. Так, отлично. Открываем двери, и нам нужно спуститься в ее подвал. Но сейчас вы самое интересное узнаете. Смотрите, все еще загипнотизирован ее сосед. Так, теперь мы можем спускаться. Так. Смотрите, тут кошка. И давайте на нее нацепим амулет. Вот это будет классно. Так, давайте купим молоток. Котик, теперь ты в безопасности. Одеваем на тебя амулет. Но теперь кошка владеет амулетом. Как странно, кошка владеет амулетом. Такое даже представить себе никто не мог, чтобы кошка владела амулетом. Вот это да, смотрите. Вокруг нее молнии около кошки. Так. Давайте посмотрим. Мисти же, без амулета, она забыла, что она его сняла. О, смотрите, теперь машинка здесь, в подвале. Видимо, она перенесла все игрушки в подвал, потому что они ей стали не нужны. О, нет! Что со мной? Что с тобой? Ты вообще, что ли, сумасшедшая? Мяу! Вы представляете? Ой, Мисти говорила. Мяу, мяу. Проваливай, кошка. Ты мне не нужна пока что.
Мелкая, ты мелкая. Чиз! Чиз! Так, отличный тортик. О, посмотри, какой у нее тортик испекла. Класс! Вы видели переписку с ее соседом? Там, если что, были сердечки. Смешно немножко. Так, мы выбили энергетик и взяли одну звездочку. Так. Надеюсь, что вести еще раз не загипнотизирует еще раз своего соседа. Вести читает газету и новые новости, ну... Про карантин и все такое. Так. Берем тортик. Вау! Посмотрите, что здесь! Вау, как она все украсила тут для свиданки! Красиво! Ой, кофе сейчас попью, потому что я спать хочу. А свидание у меня уже сегодня, не надо мне выглядеть сонной. Вы, кстати, заметили, что Месси готовит кофе на плите? Что? Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Она даже, если честно, не побежала за мной, как это обычно было. Так, давайте еще одну звездочку возьмем, и теперь... У нас 4 звездочки. Так, нам нужна вишенка. И еще нам нужен крем. А вот и крем. Ну а теперь нам нужно... Нужно... Сейчас мы найдем, что нам нужно. Если я не ошибаюсь, то нам нужен шарик, чтоб пранк удался. Вау! Что Месси делает? Брейк-данс? Вот это да! И, кстати, нам еще нужен клей для этого пранка. Чтобы... Чтобы тортик никуда не свалился. Так, отлично. Нет, не отлично. Намазываем. Теперь берем отсюда шарик. Делаем, естественно, его в виде сердечка. Оно и так уже в виде сердечка. Теперь крем намазываем вокруг шарика. Ну и добавляем вишенок. Теперь забираем другой правильный торт и только ждем, пока все наварится. Вот смотрите, это же мы, по-моему, включали эту передачу. О, привет! Посмотрите, какой у меня прекрасный тортик! О, ты что творишь? О нет, почему? Я же готовила нормальный торт. Это вот не я, это ты сделал. Вот это да. Месси обвиняет своего же соседа. Я хотела попасть на мисс Вселенная. Мне нужно похудеть, а то я совсем что-то разжирнела. Я хочу такую же форму. Ой, я так устала. Нет, мне, я хочу на мисс Вселенную. На мисс Вселенную. На мисс Вселенную. Это моя мечта жизни. И у меня появилась только одна возможность это сделать. Мне нужно похудеть быстро к лету. Вот это да, Месси хочет попасть на мисс Вселенную. Типа, ее пригласили, и у нее есть только один шанс, а она мечтала об этом всю жизнь. Вот это да, я даже не знала, что Месси мечтает попасть на мисс Вселенную. Жалко, видимо, я ей слишком много тортов напуляла, а она это все съедала.
Видимо, и поэтому она хочет подходить к лету. А вот она здесь занималась. Я танцую Gangnam Style. Gangnam Style. Нести танцевал по Gangnam Style, и я это уже вижу, по-моему, второй раз. Вообще за всю игру, когда я играл вообще Мисти. Потому что это очень, прям вообще до ужаса странно, когда она танцует Опа Gangnam Style. Прикольно получается. Так, давайте возьмем еще одни кусачки. И теперь у нас двое кусачек. Ну и еще нам нужна отмычка на всякий пожарный. Так, открываем двери. Нам нужно не попасть, главное, на капкан. Но лучше его просто взять и выкинуть. Чтобы на него никто не попался. Ну, может быть, если только мести. Так, давайте в подвал зайдем. Посмотрим, что здесь нужно. Так, а нам нужно... Отвертка? Отвертка, да-да-да, нам нужна отвертка. Ну а теперь нам нужно уже, ну, в сам дом зайти. Так, здесь на кухне нам ничего не надо. Так, мести на улице, поэтому не будем ничего бояться. Нам, давайте вот сюда, в эту комнату зайдем. А вот и бегательный. Так, нам еще нужна нам не нужна инструкция, но все равно. Здесь какая-то инструкция для нее, когда она собирала. Весь недавно же эта комната появилась, и ее велотренажер. То есть не велотренажер, а просто дорожка, чтобы бегать. Так. Давайте это порвем. И это еще. Вот это. Немножечко. Вот, все. Отлично. Закрываем. Ну а теперь немножечко бежим, потому что Мисти сейчас нас запалит. Есть! И теперь Мисти не сможет попасть на Мисс Вселенную. А даже если попадет, то будет интересно, как она туда попадет. Я прям хочу на нее посмотреть. Прям ждусь, не дождусь. Мисти уже заходит. Что здесь такое не так? Я уже вся спасила. Пранк не удался, а что-то сделали не так. Все же. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, приходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там!